У рейд по улицах Гомеля спецавтомобиль с аппаратно-программным комплексом «Парк Райд» выезжает что день. Покуль, правда, у закладзанной программе только несколько городских улиц, але их колькость будет постоянно повеличиваться. Прибор працуя у автоматичном режиме. И он навод уключается, только когда машина подъезжает до знака, який забороняет парковку. По навигации, когда мы въезжаем в зону нарушения, там, где может быть предполагаемое, вот у нас на приборе видно сразу запись видео. И когда мы здесь начинаем проезжать и стоят автомобили, то прибор в автоматическом режиме начинает фиксировать нарушения. Мы первый раз проезжаем, считываем номера, после этого 5 минут времени выжидаем и проезжаем еще раз. После этого, ну, конкретно уже происходит фиксация, и потом с этого прибора она направляется в Минск. Прибор фиксует порушение на фото и видео, автоматично вызначая номер автомобиля и место его знаходжения. Для порушальников это означает отримание листа счастья и штраф. На первый раз у одну базовую величину, повторно у две. Покуль комплекс реагует только на дорожные знаки, але в принципе его можно запрограммировать и на выявление таких порушений, как стоянка на пешеходных тротуарах и в зеленой зоне. У рабочем режиме «Парк Райд» працуе каля месяца. До этого систему тестировали, а тому первые выники яе выкарыстання уже можно подвести. Ежедневно аппаратный комплекс «Парк Райд» фиксирует порядка 30 нарушений правил дорожного движения в части остановки и стоянки транспортных средств. Всего с начала года в городе Гомеле зафиксировано 856 таких нарушений. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».